Животноводы Дагестана перегнали на зимние пастбища около 400 тысяч голов мелкого, более 10 тысяч крупнорогатого и 2 тысячи лошадей. Всего на отгонных пастбищах планируется разместить 1,5 миллиона овец и коз, примерно 200 тысяч голов крупнорогатого скота. В работе задействовано более 10 тысяч чабанов, и, к сожалению, иногда происходят трагедии в дороге. Так, на железнодорожных путях на повороте в село Хамамаюрт Бабаюртовского района произошло столкновение поезда с отарой, принадлежащей фермеру из Ботлихского района. Всего в стаде насчитывалось около 1000 голов. В результате инцидента пали 150 животных. Минсельхозпро Дагестана призывает животноводов при перегоне пользоваться оборудованными переходами через железнодорожные пути. В данном случае недалеко от места происшествия такой переход имелся. Соблюдение правил позволит сохранить поголовье и в целости довести его до пастбища. Убедительная просьба всем участникам перегона быть внимательными при перегоне вблизи железнодорожных путей и автомобильных дорог.